Вы на канале «Лекарственные растения». Здравствуйте! За неприглядной внешностью этого растения скрывается золотой запас ценных целебных веществ. Во многих странах его используют не только для лечебных целей, но и для приготовления кулинарных блюд. Лопух или репейник – травянистое двухлетнее рудеральное растение семейства астровой. Насчитывается 11 видов. Самый распространенный – это лопух большой и войлочный. Высоту достигает до 2 метров. Прямостоящий, продольно-борозчатый, с мощным маловетвистым стержневым корнем длиной в 1,5 метра. Листья крупные – 50 сантиметров. Попадаются до 1 метра. Сердцевидные, очередные, простые, черешчатые. Цветки обоеполые. В гомогамных корзинках собраны в ветвистое соцветие, щитковидное или метельчатое. Наружные листочки шеловидно-заостренные, крючковатые на концах. Общее цветоложе плоское, едва мясистое, покрытое многочисленными щетинками. Обертка голая или паутинистая. Листья ее многорядные, линейные или ланцетные. Плоды – продолговатые семянки, сплюснутые с боков, усеченные на верхушке, ребристые. Ареал рода – умеренный пояс России, Европы, Азии, Америки, на Кавказе, Сибири и на Дальнем Востоке. Растут они обычно в сорных местах, на пустырях, у заборов, на свалках, у дорог, по оврагам, вдоль рек. Репейник – это настоящая кладезь полезных биологически активных веществ. О ее лечебных свойствах знали все знахари древности. Семена содержат 30% жирного масла. Листья и корни – инулин, эфирные и жирные масла, дубильные вещества – белок, стигмастерин, ситостерин, горечи, протеин, жирные фенолкарбоновые кислоты – стеариновая, пальмитиновая, феруловая, галловая и оксикоричная, слизи, а также минеральные соли, органические кислоты, кофейное, яблочное, лимонное, минеральные вещества, магний, калий, фосфор, натрий, кальций, железо, марганец, цинк, медь, селен. И витамины А, В1, В2, В4, В5, В6, В9, С, Д2, Е. Народная и официальная медицина используют лопух в основном из-за содержания в нем инулина. Его популярность обусловлена ценными качествами полисахарида, который является естественным пребиотиком. Инулин при попадании в желудочно-кишечный тракт человека улучшает перистальтику кишечника, стимулирует пищеварение, обеспечивает питание и рост необходимых бифидобактерий. Пищеварительные ферменты человека не в состоянии переварить инулин, поэтому он полностью сохраняет свои ценные свойства в пищеварительном тракте. Формула этого полисахарида близка к формуле клетчатки. Кислая среда желудка не в состоянии воздействовать на инулин. Частичному расщеплению он подвергается в кишечнике. Растущие колонии полезных бактерий ускоряют биохимическую реакцию, тем самым вытесняя патогенную флору, что способствует быстрому оздоровлению. Гепатопротекторные свойства инулина заключаются в стимуляции восстановления поврежденных тканей печени, что помогает при лечении гепатитов В и С. Инулин способствует усвоению полезных микроэлементов, необходимых для жизнедеятельности человека. Благодаря его посредничеству стимулируется образование костной ткани, повышается ее плотность, происходит профилактика остеопороза. Лекарственные вещества репейника снижают уровень глюкозы в крови, улучшают обмен липидов, снижают факторы риска сердечно-сосудистых поражений, препятствуют разрушению клеточных мембран, стимулируют регенерацию гепатоцитов, тем самым оказывая положительное влияние на функции печени, помогает бороться с заболеваниями суставов и подагрой. Регулярное употребление корней лопуха предупреждает появление онкологии, уменьшает концентрацию аммиака в кишечнике, вследствие чего останавливается рост опухолей. Использование в народной медицине. Сок из корня репейника прекрасно справляется с зудом кожи головы, перхотью и педикулезом.
обеспечивает гладкость и заметный блеск волосам, восстанавливает поврежденные клетки кожного покрова головы, обладает способностью заживлять раны и останавливать воспалительные процессы, лечит сибарею. Сбор корней производится осенью, на конец вегетационного периода. Корни промыть под проточной водой, измельчить блендером или перемолоть на мясорубке с добавлением воды, так как в корнях содержится всего 14% жидкости. Затем выжать через марлю, перелить в стеклянную баночку, хранить в холодильнике не больше 3 дней. По мере загрязнения волос на протяжении месяца свежий сок лопуха втереть на чистую влажную голову, обвернуть целлофаном и ходить 20-30 минут, сполоснуть с использованием бальзама для волос. При лечении ран, таких как язва, ожог, пролежни и опухоли, применяют сок из свежих молодых листьев. Его смешивают с измельченными листьями и прикладывают на место поражения. Компресс из свежего листа способствует быстрому рассасыванию кист в почках и матке. Лист лопуха приложить нижней частью к области больной почки и утеплить теплым шерстяным платком. Настои из листьев лопуха помогают при заболеваниях почек, воспалительных процессах в суставах и в качестве жаропонижающего средства. 50 грамм сухих листьев лопуха залить кипятком 600 мл. И дать настояться в течение 3 часов. Процедить и принимать по 250 мл трижды в сутки. Настой корней или листьев употребляют для полосканий при воспалительных заболеваниях слизистых оболочек рта и носоглотки. Отвар из корней репейника против камней в почках. В эмалированную посуду влить 1 литр воды, добавить 100 грамм измельченного корня лопуха и варить на медленном огне 10-15 минут. Процедить, принимать по 2 столовые ложки трижды в день. Курс лечения 20-30 дней. Для того, чтобы не прибегать к хирургическому вмешательству и полностью избавиться от кисты и камней навсегда, необходимо строго придерживаться дисциплины и не пропускать ни одного дня приема отвара репейника. Курс лечения может зависеть от тяжести заболевания, как правило, от 1 до 3 месяцев с перерывами между ними. Лечение растением беременных и кормящих матерей возможно только с разрешения и под строгим контролем лечащего врача. Противопоказано людям с индивидуальной непереносимостью компонентов или аллергических реакциях. Опасные свойства средств, изготовленных из репейника в домашних условиях, могут проявить себя только в том случае, если сырье было собрано в загрязненных местах произрастания. Лопух используется не только в народной медицине, но и в кулинарии. Из свежих молодых листьев и стеблей, в том числе молодых корневых отростков, готовят салаты и супы. Отварные корни лопуха обжаривают в масле в качестве гарнира или в кляре, маринуют. А из сушеных корней делают муку для приготовления хлеба и лепешек, варят каши. Рекомендуют еще варить мелко измельченный корень с кислым молоком, щавелем или уксусом для превращения инулина в очень сладкий сахар – левулезу. Кстати, чтобы вы знали, друзья, в Японии и Китае лопух уже давно выращивается на грядках, как культурное растение. Результаты фармакологического исследования листьев и корней войлочного лопуха вы найдете в описании под видео. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал «Лекарственные растения» и следите за новыми выпусками. Используйте лечебные растения с умом. Берегите себя и будьте здоровы!